подумали, куда же они приземляются. Комиссии работаем на территории Саратовской области. Цель, задача одна – связать воедино работу всех служб, всех систем, единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации. Сегодня вы видите один из элементов общей проверки в масштабе тех, в масштабе решения тех задач, которые мы перед собой ставим. Об оценке готовности главка мы говорить не будем. Оценку нашей деятельности ставят жители в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации. Но все элементы, которые проходят непосредственно в Саратовской области, они отрабатываются постоянно в плановом мероприятии, в неплановых проверках. Ну и, соответственно, жизнь диктует нам работу в практических ситуациях. Вы видите, чрезвычайные ситуации имеют большой спектр. Поэтому сегодня мы встретились здесь в практических работах. Я считаю, что цели и задачи нашей деятельности достигнуты. Саратовская главка и вся единая система по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации показали высокую готовность и, соответственно, готовность группировки сил и средств для решения задач в области предупреждения чрезвычайной ситуации.